Всем привет, игра Evil Lands. Паш, посмотрим, что за игра. Выберите класс персонажа. Так, это маг, волшебница, воин, убийца. Давай за убийцу поиграем. Подсказка: во время игры держите сразу следующим образом. Естественно. Так, понятно. Так. А, это сетевая игра, что ли? Так, здравствуй, всегда приятно встретить новое место. Ты же понимаешь, что жизнь здесь суровая, и ты будешь ей соответствовать. Ищешь приключения, что скажешь насчет зачарованных скелетов? Они не остановятся, пока не срубят твою голову с плеч, или пока ты не убьешь их. Думаешь, справишься? Хорошо, помощь нам здесь нужна. Если удастся выжить, возможно, даже получишь награду. Я имею в виду, да, о чем я говорю. Конечно, такой герой, как ты, всегда выживет. Что ж, к делу, удачи тебе. Хорошо, погнали. Так. Ух ты, что ты так лагаешь-то? Где тут настройки? Так, настройки. Ух ты, ты чё? Нормально. А что у нас так много-то? Скелетоны. Что-то настройки я не нашел. Это что, бесплатный сундук? Что-то я получил. Так, где настройки? Что-то не понял. Так, это задание. Так. Окей. Это что? Ну, ничего себе. Прыжок. Эй, ты куда? Подожди. Так, меч, амулет. Так, не то. Так, это тоже не то. Сильно.
Скорость, удача, живучесть и сила. Все. Так, вот твоя награда. Как ты этих скелетов? Золото, самоцветы. Окей. А дальше чё? Another busy day. Если ты однажды решишь связать себя узами брака, тогда что-то много разговоров. Я обязан спасти ее для... Этого нужно приготовить. Угу. Так. Ему надо что-то принести. Скелетоны. Давайте. Золото, боевой капюшон. Нормально. Опять скелеты появились. За мной идут, да? Всех нас. Король скелетов обладает ужасной силой. Он закрепился в лесу и окружил себя многочисленными прислужниками, которые грабят караваны с
провизии, идущие в нашу деревню. Долго мы не протянем. Пожалуйста, спаси нас. Be careful outside. Попробуем. Спасти нас. Так, у меня что-то есть. Использоваться нет. А чем он лучше? Нечто получше будет, чем то. Кросклет в самом деле мертв. Торговый пусть свободен. Надеюсь, следующий караван поторопится, и я даже поролся легко к всем. Спасибо тебе, наш герой. Так, что у нас? Задание завершено. Золото, самоцветы. Это у нас ящик. Давай. Видос посмотрели, ресурсы, легкие сапоги. Вижу, у тебя все в порядке. Я тоже ничего. Я всегда мечтал разбогатеть. Тут нагрянули эти монстры. Торговля так и пошла. Но медали две стороны. Мой отец поговаривал, что никто не должен пережить своего сына. Так ты ищешь задание, я щедро плачу. Давай. Я вижу твою готовность сражаться, все просто нужно убить орков, просто мерзкие и жестокие твари, ты точно не пропустишь их, ты ведь жизни спасаешь. Если бы в тот роковой день моих мальчиков защищал герой вроде тебя, если бы, ладно, хватит об этом, удачи тебе. Bless you. Так, убить орков, а где они?
раковине. А где орки-то? А, вон они. Тоже скелеты, да? Ну, чё, другой скелет. Злобный скелет. Опа, это кто? You will be devoured. Да, игра увлекательная, уже начинает притягивать. Можно играть в эту игру. Хорошая игра. Что ж, на этом будем заканчивать. Всем спасибо, всем пока.